Вообще, я бы с удовольствием пошел домой. Красота! Господин Лиэм и госпожа Матильда вместе! Вот как история! Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Трис? Собственной персоной. Я думал, ты в Ковере. Мне наскучило тебя ждать, и я решила вырваться в Тусент. Принять солнечную ванну, посмотреть, как тут дела. Ты говорил, ты всего на пару дней? Дела движутся к концу. Скоро можно будет вернуться на север. Ты не расстроился, что я приехала без приглашения? Ты знаешь, раньше я не любил неожиданности. Они напоминали мне о работе. Право неожиданности, дитя неожиданности. Но, кажется, пора изменить мнение. Неожиданности бывают приятными. Очень приятными. Пойдем во двор. Тут есть такой уютный уголок, тебе обязательно понравится. Как ты меня нашла? Из Ковера путь не близкий. У меня есть свои секретики, Геральт. К примеру, гидромантия. Ну да, верно. А ты видела в отражении что-нибудь еще? Что нам предстоит? Угу. К нам переедет Золтан. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Можешь выдохнуть. Насколько я знаю, он сидит в Новиграде. И быстро оттуда не двинется. А если серьезно? Да, я видела пару отрывков из нашего будущего. Но не хочу рассказывать. Почему? Ты же сказал, что полюбил приятные сюрпризы. Ты ведь первый раз в Тусенте? Показать тебе окрестности? Прости, но у меня уже есть планы. И что ты будешь делать? Лежать на солнышке без движения. Напряженный график. Ты не перетрудишься? Прежде чем я вернусь на север, хочу нарадоваться хорошей погоде. Знаешь эту шутку? Как узнать, что в Ковере лето? Дождик стал потеплее. К сожалению, это почти правда. Зря я это сказала. Вдруг ты передумаешь и ко мне не переедешь? Я бы об этом не переживал.
Ну, так как тебе моя винодельня? Ты сам знаешь. Очень. Дом большой, но не помпезный. Расположен замечательно. Идеальное место для романтических каникул. Я только что сделал ремонт, выложил кучу денег, но, кажется, оно того стоило. В саду уже новые растения, цветы, но мне все еще кажется, что чего-то не хватает. Может, устроим лабиринт из живой изгороди, а в центре статуи, совсем голые. Не напоминай мне про этот бал. Вино ударило мне в голову. Я не напоминаю, я просто вспоминаю. Тот вечер, он был магический. Твое платье. Ты замечательно в нем выглядела. Оно у меня с собой. Могу его как-нибудь надеть? Будем ужинать во дворе при свечах и слушать, как трещат цикады. Не могу дождаться. Как там дела в Ковере? Скучно и предсказуемо. На заседаниях совета мы обсуждаем одну только торговлю. Таможенные пошлины, аренда складов. Не заскучала? Знаешь эту афирскую поговорку? Чтоб тебе жить в интересные времена. Я в них пожила и теперь с удовольствием отдохну. Чародеи, которых я забрала из Новиграда, эти, что сами прорвались на север, со мной согласны. Ты бы их не узнал. Ни тайн, ни интриг, ни заговоров. Сидят и работают на пользу королевства. Иногда я думаю, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что вот-вот что-то случится. Война или еще что-то. Но пока все хорошо. А когда ты закончишь свои дела и присоединишься ко мне, будет еще лучше. Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку? Да, Геральт. Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку?
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова